Богата Русь людьми святыми, что неустанно молятся за нас. О благодатном старце Серафиме послушайте, ребята, мой рассказ. Жил в Курске мальчик Прохор. Строил храмы, его отец и сын был рядом с ним. Раз колокольня на глазах у мамы упала, но остался невредим. Другое чудо. Прохору больному явилась Божья Матерь как-то раз. И, приложившись к образу святому, ребенок исцелился в тот же час. Мать сына в благочестии растила. Когда он покидал родимый кров, Агафия его перекрестила, и Прохор в монастырь ушел, в Саров. Молитвой, воздержанием, терпением спасался он, но тяжко занемог. Лежал 3 года. Вдруг с благословением Пречистая ступила на порог. Вот дева у его постели встала, апостолов за нею видит он. «Сей рода нашего», она сказала, и Прохор был чудесно исцелен. И огненный дано при пострижении монаху имя, то есть Серафим, за пламенную веру и служение. И ангелы молились вместе с ним. Во время службы, стоя на амвоне, вовеки юный дьякон произнес, и он узрел. В сияющем хитоне к нему идет по воздуху Христос. Молящихся Господь благословляет, и ангелы небесные вокруг, и сердце, словно воск горячий, тает, и Серафим застыл на месте вдруг. Очнувшись, он поведал о видении, но замолчал. И стал в глуши лесной, в пустынной келье жить в уединении и радоваться пище неземной. В трудах, молитвах, в чтении псалтири и Библии он время проводил. К пустыннику медведи приходили, и батюшка ласкал их и кормил. Он победил гнуснейший род бесовский, молясь на камне 1000 ночей. И мир не знал, о праведник саровский, ума смиренней, сердца горячей. Всегда в лаптях и стареньком кафтане, икона в келье, больше ничего. Но обокрасть, решив его, крестьяне напали и изранили всего. Монах злодеям не сопротивлялся. Хоть был силен, в руках топор держал. Сбежали воры. Он чуть жив остался и в тяжких муках 8 дней лежал. Вновь исцелила Пресвятая Дева. Грабителей поймали, привели. Но батюшка им все простил, без гнева. И грешники, покаявшись, ушли. Хоть он с тех пор был сгорблен, покалечен, но всех на свете пламенно любя, саровский старец говорил при встрече: «Христос воскресе, радости моя!» Прозрением, утешением и советом он всем служил, болящих исцелял.
и чудо совершалось с ним при этом. В молитве над землей он воспарял. И женскую в Дивееве обитель Четвертой Богородицы удел устраивал Саровский попечитель, всечасно о насельницах родил. Раз случай был, с Дивеевской сестрою молился преподобный Серафим. В сиянии со свитою святою Пречистая явилась перед ним. За ней стоят 12 дев с венцами, и Божья Матерь тихо говорит: «Ты скоро, мой любимче, будешь с нами». Подумал старец: «Скоро догорит моя свеча, и про свою кончину откроется пожаром», предсказал. И отошла душа к отцу и сыну. Он на коленях недвижим стоял, и тихий свет был от святого лика, и все узнали: праведник почил. И в храме так воронежский владыка собравшимся у гроба говорил: «Мы с вами все копеечные свечи. Свеча его святого жития пудовая. Услышим вновь при встрече: Христос воскресе, радости моя». Заступник людям, батюшка и ныне. Огонь его молитвы не угас. О Господи Иисусе, Божий Сыне, спаси Христос, помилуй грешных нас. Мишутка и Стасик сидели в саду на скамеечке и разговаривали. Только они разговаривали не просто как другие ребята, а рассказывали друг другу разные небылицы, будто пошли на спор, кто кого переврет. «Сколько тебе лет?» – спрашивает Мишутка.
95. А тебе? А мне 140. Знаешь, говорит Мишутка, раньше я был большой-большой, как дядя Боря, а потом сделался маленький. А я, говорит Стасик, сначала был маленький, а потом вырос большой, а потом снова стал маленький. А теперь опять скоро буду большой. А я, когда был большой, всю реку мог переплыть, говорит Мишутка. А я море мог переплыть. Подумаешь, море, я океан переплывал. А я раньше летать умел. А ну полети. Сейчас не могу, разучился. А я один раз купался в море, говорит Мишутка, и на меня напала акула. Я ее бац кулаком, она меня цап за голову и откусила. Ха-ха, врешь. Нет, правда. Почему же ты не умер? А зачем мне умирать? Я выплыл на берег и пошел домой. Без головы? Конечно, без головы. Зачем мне голова? Как же ты шел без головы? Так и шел, будто без головы ходить нельзя. Почему же ты теперь с головой? Другая выросла. Ловко придумал, позавидовал Стасик. Ему хотелось соврать получше Мишутки. Ну, это что, сказал он. Вот я раз был в Африке, и меня там крокодил съел. Вот так соврал, рассмеялся Мишутка. Вовсе нет. Почему же ты теперь живой? Так он же меня потом выплюнул. Мишутка задумался. Ему хотелось переврать Стасика. Он думал-думал, наконец говорит. Один раз я шел по улице, кругом трамваи, автомобили, грузовики. Знаю, закричал Стасик. Сейчас расскажешь, как тебя трамвай переехал. Ты уже врал про это. Ничего подобного, я не про это. Ну ладно, ври дальше. Вот я иду, никого не трогаю. Вдруг навстречу автобус. Я его не заметил, наступил ногой, раз! И раздавил в лепешку. Ха-ха-ха-ха, вот это враки, а вот и не враки. Как же ты мог раздавить автобус? Так он же совсем маленький был, игрушечный. Его мальчишка на веревочке тащил. Ну, это неудивительно, сказал Стасик. А я раз на Луну летал. Эва, куда махнул? Засмеялся Мишутка. Не веришь? Честное слово. На чем же ты летал? На ракете. На чем еще на Луну летают? Будто не знаешь сам. Что же ты там на Луне видел? Ну что, замялся Стасик. Что я там видел? Ничего и не видел. Ха-ха-ха, рассмеялся Мишутка. А говорит, на Луну летал. Конечно, летал. Почему же ничего не видел? А темно было. Я ведь ночью летал, во сне. Сел на ракету и как полечу в космическое пространство. А потом как полечу обратно. Летел и летел, а потом бряк о землю. Ну и проснулся. Протянул Мишутка. Так бы сразу и говорил. Я ведь не знал, что ты во сне. Тут пришел соседский Игорь и сел рядом на скамеечке. Он слушал Мишутку и Стасика, потом говорит. Вот врут-то! И вам не стыдно? А чего стыдно? Мы же никого не обманываем, сказал Стасик. Просто выдумываем, будто сказки рассказываем. Сказки, презрительно фыркнул Игорь. Нашли занятия. А ты думаешь, легко выдумывать? Хе-хе, чего проще? Ну, выдумай чего-нибудь. Сейчас, сказал Игорь. Пожалуйста. Мишутка и Стасик обрадовались и приготовились слушать. Сейчас, повторил Игорь. Ну что ты все? Сейчас, дайте подумать. Ну, думай. Снова сказал Игорь и посмотрел на небо. Сейчас. Ну, чего же ты не выдумываешь? Говорил, чего проще. Сейчас. Вот, один раз я дразнил собаку. Она меня цап за ногу и укусила.
Вот даже шрам остался. Ну и что же ты тут выдумал, спросил Стасик. Ничего, как было, так и рассказал. Ха-ха-ха, говорил, выдумывать мастер. Я мастер, да не такой, как вы. Вот вы все врете, да без толку. А я вчера соврал, мне от этого польза. Какая польза? А вот, вчера вечером мама и папа ушли, а мы с Ирой остались дома. Ира легла спать, а я залез в буфет и съел полбанки варенья. Потом думаю, как бы мне не попало. Взял Ирке губы вареньем, намазал. Мама пришла. Кто варенье съел? Я говорю, Ира. Мама посмотрела, а у нее все губы в варенье. Сегодня утром ей от мамы досталось, а мне мама еще варенье дала. Вот и польза. Значит, из-за тебя другому досталось? А ты рад, сказал Мишутка. А тебе что? Мне ничего, а вот ты этот, как это называется? Брехун, вот. Сами вы брехуны. Уходи, не желаем с тобой на лавочке сидеть. Я и сам не стану с вами сидеть. Игорь встал и ушел. Мишутка и Стасик тоже пошли домой. По дороге им попалась палатка с мороженым. Они остановились, стали рыться в карманах и считать, сколько у них денег. У обоих набралось только на одну порцию мороженого. Продавщица дала им мороженое на палочке. «Пойдем домой, — говорит Мишутка, — разрежем ножом, чтоб было точно. Пойдем». На лестнице они встретили Иру. Глаза у нее были заплаканные. «А ты чего ревела?» – спрашивает Мишутка. «Меня мама гулять не пускала». «За что?» «За варенье. А я его не ела. Это Игорь на меня наговорил. Наверное, сам съел, а на меня свалил». «Конечно, Игорь съел. Он сам нам хвастался». «Ты не плачь. Пойдем, я тебе свою полпорцию мороженого дам», – сказал Мишутка. «И я тебе свою полпорцию отдам. Вот только попробую разочек». «И отдам», — пообещал Стасик. «А вы разве не хотите сами?» «Не хотим. Мы уже по 10 порций съели сегодня», — сказал Стасик. «Давайте лучше это мороженое на троих разделим», — предложила Ира. «Правильно», — сказал Стасик. «А то у тебя заболит горло, если ты одна всю порцию съешь». Пошли они домой, разделили мороженое на три части. «Вкусная штука», — сказал Мишутка. «Я очень люблю мороженое. Один раз я съел целое ведро мороженого». «Ну, ты выдумываешь все», — засмеялась Ира. «Кто тебе поверит, что ты ведро мороженого съел?» «Так оно ведь совсем маленькое было. Ведрышко. Такое бумажное. Не больше стакана».